Твоя дорога. Твоє радіо. Добрый вечер, Днепропетровск. Приветствую всех поклонников футбола в эфире программы «По ту сторону поля». По ту сторону поля. Стартовал новый футбольный сезон, новые надежды для команд и их болельщиков, новые приключения как на футбольных полях, так и за периметром стадионов. Как вы уже успели заметить, в нашей программе есть ряд изменений, ключевым из которых является выход в эфир на 34-м телеканале. Совместными усилиями мы постараемся сделать программу еще ярче и интересней. И как всегда, проект «По ту сторону поля» нацелен максимально освещать все события в жизни футбольного клуба «Днепр» и нас с вами, болельщиков команды. Итак, мы начинаем. Сегодня в эфире. По ту сторону поля. В первом выпуске сезона Дмитрий Михаленко о чемпионстве и перспективах молодежки «Днепра». Конечно, нацеливаем их на совсем другие рубежи. Ты не можешь почивать на лаврах. Тебе каждую неделю тебе нужно доказывать свою профпригодность, свою состоятельность. Мирон Маркевич. Разговор о мечтах и наболевшем. Ситуация дуже непроста, и я через твое бачення прошу президента, щоб він мені допоміг в тому плані. Ну, раніше, ну, Дніпро, Дніпро. Зараз Дніпро – то є серйозний клуб. Так вважають всі за кордоном, і ми то відчували на кожному кроці. Андрій Стеценко. Вопроси є, но в клубі над ними работають. Постоянно, ежедневно, можна навіть сказати, по ночам працюють. Гаверла Дніпро. Всі деталі противостояння в ексклюзивних репортажах з місця событий. По ту сторону поля. Как вы понимаете, судя по анонсу, сегодня у нас весьма насыщенный выпуск. Начинаем с молодежки. Накануне вылета в Ужгород Дмитрий Михаленко поделился своими мыслями о чемпионстве прошлого сезона, первостепенных задачах, которые ставят перед командой и планах на будущее. Дмитрий, давайте начинать все-таки с прошлого сезона. Приятная страница в истории футбольного клуба «Днепр», в истории молодежного состава. Как вы считаете, это чемпионство добыто вот прежде всего за счет чего? За счет тактики, которая выстроена, за счет коллектива. Много игроков было все-таки старшего поколения, которые не вписывались в основной состав. Ну, результат приятен прежде всего тем, что мы понимаем, что мы на правильном пути, что там, тот тренировочный процесс, который мы проповедуем, он приносит результат. Вот. Но, опять же, я бы не стал сильно преувеличивать это достижение, потому что, конечно, основная задача – это чтобы люди играли в футбол и, прежде всего, чтобы люди попадали в первую команду Днепра. Вот поэтому результат приятен, но того, как стало понятно, что мы выиграли чемпионство, это сразу наступила какая-то грусть, потому что, опять же, ну да, какой-то рубеж пройден, но самое главное не достигнуто, а ребята должны стремиться к гораздо большему, чем просто золотые медали молодежного первенства. Вот поэтому, конечно, нацеливаем их на совсем другие рубежи. Пролетело межсезонье довольно быстро. Чем занимался тренерский штаб молодежки, как вы провели межсезонье и по кадровому составу, то есть на кого можно рассчитывать в ближайшее время, есть ли новички и откуда? Мы традиционно готовимся на нашей базе и, наверное, мы счастливые люди, потому что у нас прекрасные условия и великолепная база. И сейчас большое количество команд, которые и хотят с нами сыграть, и которые здесь на сборах, там в том же Никополе, вокруг Днепропетровска. Поэтому мы играли, четыре игры сыграли с командами первой лиги. Вот, я думаю, это очень полезный спарринг, просто потому что сейчас первая лига, мне кажется, становится сильнее. Не так много команд высшей лиги, плюс ставка на молодежь, и большинство футболистов, которые не могут найти себе клуб с высшей лиги, идут в первую лигу. Поэтому она, конечно, становится более ровнее. Это
заметно. А из тех ребят, которым мы отдали первую команду, мы взяли из нашей U19 тоже талантливых ребят, которые там выделялись у Александра Поклонского. Вот. И сейчас с ними, в принципе, у нас там не особо много, но есть. Сейчас все говорят о проблемном левом фланге в основной команде. У нас был Александр Мигунов, который успешно играл в дубле, подпускался к основе. И вы, и Мирон Маркевич неоднократно говорили, ну, лестно отзывались о возможностях этого игрока. Тем не менее, Александр подписал контракт с «Шахтером» и на данный момент арендован уже в Мариуполь. Что случилось и почему Саша, ну, скажем так, не в рядах Днепра? Саша уже 21 и... Ну, находиться здесь он так уже очень долго. То есть для него это уже здесь все понятно, здесь нет никаких, ну, откровений эта команда ему не приносит. И я думаю, точно так же в плане мотивации он чувствовал себя здесь уже как бы в зоне комфорта, поэтому ему нужна была другая среда. В первую команду на сбор его не взяли, поэтому все понятно, что он искал команду, в принципе, и... нашел. Поэтому для него это хороший вариант, то, что он попробует силы на более высоком уровне. И опять же, касаясь, ну, наверное, он не до конца убедил тренеров первой команды в том, что они могут на него рассчитывать. Если было принято решение, причем имея кадровые проблемы на левом фланге, вот, и Мирон Богданович не взял его на сбор, ну, значит, он не до конца их убедил. Саше нужно пожелать удачи, но Ильичевец с Днепром сравнивать нельзя. Понятно, что молодежка прежде всего ориентирована для того, чтобы готовить кадры для основной команды. И все-таки, вот кроме вот этих задач, какие цели на следующий сезон ставит команда и старший тренер Днепра Дмитрий Михаленко? Ну, добиться прежде всего улучшить качество игры, потому что это самое главное. Я говорю, если мы сравниваем молодежную команду как университет, то, конечно, нас интересует прежде всего это качество игры, это те знания, которые позволят им улучшить свою игру. Ну, понятно, без хорошей игры тяжело там и занимать какие-то места. Вот, если в том чемпионате нам удалось особенно, ну, там было больше хороших, конечно, игр, чем неудачных, показывать хорошую игру, показывать игру качественную, атакующую, то хотелось бы это перенести на этот сезон. Дима, вы уже довольно-таки продолжительно и успешно работаете с молодежкой. И все-таки, вот какие амбиции Дмитрия Михаленко на данный момент, возможно, на ближайшую перспективу? Допустим, вас пригласят главным тренером какой-то из команд высшей лиги или же, допустим, в первую лигу. Как вы к таким предложениям будете относиться? Готовы? Есть желание? Ну, конечно, это интересно, конечно, это шаг вперед, нужно рассматривать. Но просто сейчас такие реалии, что тут даже вопрос не кадров, а вопрос то, что мы видим, какая ситуация, насколько тяжело идет и финансирование, и обещание, и насколько тяжело вообще, ну, сейчас клубам. Поэтому, конечно, здесь, в Днепропетровске, ну, прежде всего интересно, потому что, ну, большое количество молодежи талантливой. Вот, и клуб, который ставит перед собой большие задачи на любых, в принципе, возрастах, будь это первая команда, молодежный состав или 19. Если предложение будет, конечно, нужно думать, рассматривать, потому что это шаг вперед. По ту сторону поля. В интервью старший тренер дубля не зря много времени уделил психологии молодых игроков. Стать чемпионами даже на уровне молодежного первенства – задача весьма непростая. Удержать высокоподнятую планку еще сложнее, особенно когда играешь с прохладным отношением к соперникам. Наверняка излишняя переоценка своих возможностей и сыграла ключевую роль в Ужгороде. Молодежное первенство в последнее время вызывает повышенный интерес в футбольных кругах, прежде всего на уровне специалистов. В нынешних реалиях рынок по факту принуждает пристально следить за теми, кто потенциально может заявить о себе во весь голос на более серьезном уровне. Легионера в Украину не заманишь, пришло время доказывать свои претензии на место под солнцем местным талантам.
В игре с Говерной у днепрян не пошло сразу. Уже к 6-й минуте гости были вынуждены капитулировать. Результативный дальний удар на счету Виктора Гея. Казалось бы, пропущенный гол должен был взбодрить днепрян. Как-никак в этой паре именно они считались фаворитами, причем явными. По манере игры все именно так и смотрелось. Академичный футбол, владение мячом, уверенность или больше самоуверенность в своих силах. А по факту первый тайм прошел без ворот и без каких-либо серьезных претензий на изменения в счете. Стоит отдать должное, вторая половина встречи прошла более плодотворней и прежде всего по самоотдаче. Гости по-прежнему больше и качественнее работали с мячом. В то же время Говерла, грамотно обороняясь, создавала неплохие возможности для взятия ворот. И если Варцаба после курьезного гола начинает выручать, то удаление Кочергина на 58-й минуте спутало все игровые схемы Днепра. В меньшинстве связывать игру стало на порядок сложнее. Более того, гости получают еще одну пробоину. Станислав Гуц, по мнению Сергея Бойко, фолит штрафной. Виктор Гей с точки пробивает без шансов для Варцабы. 2-0, дубль в активе форварда Говерлы. Днепр по инерции продолжал диктовать свои условия, но больше чем на гол престижа, к сожалению, не наиграл. Добавленное время после розыгрыша стандарта Баланюк ставит финальную точку в матче. 2-1. Удовлетворение, конечно, сегодняшняя игра не доставила, но дала много пищи для размышлений. Дали возможность сыграть многим ребятам, и, скорее всего, они будут играть в этом сезоне, конечно, которые прошлый сезон выходили в большей степени на замену и не имели достаточно игрового времени. Те обиды, которые были по ходу того сезона, наверное, эта игра подтвердила, что они не совсем были обоснованы. Для них это поражение, ну, должно прежде всего, наверное, быть уроком, и они должны понимать, что даже на этом уровне первенства Ю-21 нужно много работать, нужно много двигаться, чтобы одерживать победы. Придется много работать, потому что команда, которая добывала чемпионство в прошлом сезоне, для них это уже не такой интересный турнир. Скорее всего, они там будут и ходить, или искать в аренду. Вот. А с этими ребятами нужно выходить на новый уровень, потому что есть хорошие ребята, но пока мы видим, у нас большие проблемы в качестве игры. По ту сторону поля. Судя по результату первого тура, статус чемпионов сыграл злую шутку с днепрянами. Соглашусь с Дмитрием Михайленко, работы действительно много, так как команда строится заново. Одним уже неинтересно, а вторые пока не осознают цвета, какого клуба им доверено защищать. При всем уважении к Говерле, руководство Днепра и болельщики рассчитывали на совершенно другое качество игры. Переходим к главной команде клуба. Проведя уникальный сезон и громко заявив о себе в Европе, Днепр, казалось бы, открыл для себя новые пути развития. Потеря Коноплянки читалась уже давно. Эта история порядком вымотала и клуб, и болельщиков, и самого игрока. Женя в Севилье, и нам остается пожелать футболисту новых и ярких свершений в карьере. Ну а Днепр уже без Коноплянки традиционно провел сверхнасыщенный предсезонный сбор. Наблюдая за работой в Нидерландах, стало понятно, что у нас теперь совершенно другая команда. Игроки в большинстве своем те же, а вот команда другая. О ситуации в Днепре накануне старта чемпионата с главным тренером Днепра в материале Тараса Малика. Знаєте, у нас дуже серйозні проблеми зі складом. І я чесно скажу, що зараз я в такій ситуації, що явно не вистачає футболістів. У нас всього 13 чоловік, на яких ми можемо розраховувати зараз. Причому з тих 13 вже декілька футболістів проситься, щоб їх відпустити. І ситуація дуже непроста, і я через телебачення прошу президента, щоб він мені допоміг в тому плані, тому що Дніпро
команда, яку знають в Європі, і вона себе проявила. Хотілося, щоб і далі так було. Ну, з таким відношенням зараз, яке є до команди, чесно кажучи, мене то засмучує. Я не хочу тут болільників щось дурити. З тими футболістами, що у нас зараз є, вони, якщо прийняти, ну, так, теоретично, що ніхто не буде травмований, нікого там карточок не буде. От ті всі 13-14 ігроків будуть постійно грати. Ну, можливо, ми, ясно, що ми своє третє місце займемо. В європейських кубках, ну, до нас вже будуть відноситись по-інакшому, будуть всі налаштовуватися, ми то на зборах відчули. Тому що Дніпро є подразник. Значить, нам буде дуже важко, то я зразу говорю. І, ну, знаєте, в нас пішли лідери всі. Стрініч пішов, Джуліано ще пішов раніше, зараз Коноплянка пішов. Ми практично нікого не взяли. І, знаєте, дуже важко так щось прогнозувати наперед, тому що в кожній команді, звичайно, футболісти йдуть, але на їх місце проходять інші. Тому я би дуже просив, у нас вже чемпіонат починається, ну, хоча б до кінця місяця вирішити питання трьох футболістів, тому що так буде дуже важко. Важко підвозку, але ще важче втриматися на цьому рівні. На які результати розраховує гонтренер Дніпра в цьому сезоні? І багато передбачають спад команди. Як ви вважаєте, Дніпро готовий до нового сезону, готовий до нових викликів? Що для нових перемог повинні зробити керівництво, виявлений тренер, гравці команди, ну і, звісно, вболівальники? Треба зараз почати чемпіонат. Бажано, щоб ті, які ще залишили, щоб ніхто не пішов з команди, а ми ще попрацювали на трансферному ринку, щоб ми взяли хороших, хоча б трьох футболістів. От ті три, що пішли в нас, от на їх місце взяти трьох футболістів. Я ж не прошу багато. І там, знаєте, Рамос прийшов, вони в обіді, ну, він поміняв всю команду. Знаєте? Абсолютно другу команду. Йому пішли на зустріч. Так що я не розумію, чому мені не йдуть на зустріч, вроді результат є. Так що треба мені допомогти, я сам нічого не зроблю. Вот такая история. Мирона Богдановича понять можно. Тренер амбициозный и привык работать на максимальный результат в прозрачных и конкретных условиях. Услышит ли главного тренера в руководстве клуба? Этот вопрос, на который может дать конкретный ответ только один человек – владелец Днепра Игорь Коломойский. Что же касается менеджеров, генеральный директор уверяет, что по вопросам усиления состава в клубе работают системно, но с оглядкой на реалии нынешнего сезона. У нас создана в клубе, я уже неоднократно об этом говорил, создана скаутинговая служба. Она работает постоянно, ежедневно, можно даже сказать, по ночам работает. Они ищут игроков, они смотрят. Я точно знаю, что они не спят и занимаются делом. Пока не все получается, есть много вопросов по приезду игроков. Я понимаю, что я это говорю не первый раз, и не всем это нравится, но тем не менее это так и есть. Очень тяжело сегодня заполучить более-менее классного футболиста и заманить их, его какими-то условиями, финансовыми в том числе, в нашу страну. Надо говорить не только о Днепре. Вы посмотрите, Шахтер потерял футболистов, никого фактически не приобрел. Динамо Киев потеряла там одного из ведущих своего игроков Ленса. То же самое, пока никаких движений нет. То есть это не только наша проблема, это проблема, я так понимаю, всех украинских клубов. Вот. Плюс есть определенные финансовые моменты, которые нам не позволяют рассчитывать на такие громкие приобретения, которые у нас были там во времена того же Рамоса. Но я повторюсь, люди работают. Не исключено, что до окончания трансферного окна мы знаем то, чего хочет главный тренер. Мы все это прекрасно понимаем. Кстати, Мирон Богданович, несмотря на то, что везде об этом говорит, я думаю, что он
отнесется с пониманием к тому, что даже если нам там, условно говоря, не все позиции удастся закрыть, о которых он грезит, скажем так, ну, не исключаю, что кто-то у нас и появится. Но обещать этого не могу. По ту сторону поля. Нам остается только ждать, как будут развиваться события в дальнейшем. Ну а тем временем, пока в руководстве определяется с вектором развития команды, Днепр откровенно разочаровал своей игрой и, самое главное, результатом. То, что Гаверла – организация с непредсказуемым не только будущим, но и настоящим, все уже давно привыкли. Клуб есть, а команды, как таковой, за считанные дни до старта сезона не было. Я буквально вчера, ближе к ночи, уже обнаружил на сайте премьер-лиги заявку Гаверлы. Мне 90% футболистов, которые там заявлены, их фамилии вообще ни о чем не говорят. Я понятия не имею, может быть, к своему стыду, что из себя представляет на сегодняшний день эта команда. Ну, завтра увидим. Вот. А что касается того, нужна ли эта команда вообще, ну, это лучше спросить у тех людей, которые стоят за этим клубом. По-видимому, они преследуют какие-то определенные цели, раз удерживают всеми силами, правдами и неправдами команду в премьер-лиге. Поэтому, ну, посмотрим, как они будут выступать. Сложности есть у всех, только вот проблемы и задачи у Днепра и Гаверлы абсолютно разные. Наша головная боль – 2-3 позиции на усиление, а вот у главного тренера Гаверлы с комплектацией ситуация куда веселее. Мы певно, что единственная команда, яка фактично не мала возможности проводить подготовку, потому что команды не было, как такое. Вся команда пошла. В такой обстановке практически все специалисты предрекали хозяевам на первых порах мрачные сценарии, особенно в матче с Днепром. Но Грозный, уже закаленный реалиями существования Гаверлы, в очередной раз доказал: не списывайте нас со счетов, мы обязательно что-нибудь придумаем. Мы звернулись до топ-клубов. З тим, щоб дати нам гравців, які будуть в них мало мати ігрової практики, для того, щоб отримати її в нас. А «Динамо» Києва оперативніше всіх спрацювали. Ось, і вони захотіли, щоб їх гравці отримали практику в прем'єр-лізі. Ну а що ждати болельщикам? На який футбол в Ужгороді розраховує місцева «Торсіда»? Ну, як мінімум, я розраховую на цікавий матч. Матч відкриття. Знаю, буде тяжко. Чекаю, щоб команда, по крайней мере, не гірше виступила, як минулорічний сезон. Молоді хлопці поправляться, думаю, що буду ліпше грати. Молодіж, то старики були такі, пенсіонери, як щастки, та що вже, не беру я бігати. А молодіж є молодіж. А вот у фанатов Днепра забот перед матчем куда меньше. Главная проблема – как добраться, а за перспективы команды сомнений как таковых нет. До Львова потягом, а потім стопом. До Ужгорода, тому що коштів не вистачає, і обратно так само. В Ужгороді, ну, раз, наверное, п'ятий. Ну, я катаюсь з 2003 року, как бы, успел тут побувати не один раз. Я живу в Ужгороді, взагалі-то сам родился, вырос в Дніпропетровську, но здесь я болею за Днепр. Как таковых изменений нету, только Коноплянка ушел, как бы. Надеемся, что молодые игроки откроются, покажут себя. Два чемпионства я бачив Радянського Союзу наживо на стадионе. Тому я счастлива людина. Хочу побачити ще третій. Бо Бог любить трійці. Хотим чемпионства, хотим хороших результатов. Что же касается непосредственной игры, тренерский подход обеспечил Гаверле, казалось бы, невозможное. Бережное, можно сказать, по-отцовски отношение к новобранцам и запредельная мотивация динамовского десанта сделали свое дело на авангарде. Казалось бы, за счет чего едва собранный коллектив сможет что-то противопоставить Днепру? Истина банальна, за счет все той же самоотдачи и самого Днепра, у которого практически ничего не получалось ни в созидании, ни в реализации. Для начала Матеус со стандарта метил в девятку, Артур Рудько перевел мяч на угловой. После филигранного паса Ротаня неплохой момент был у Конкавы. Мяч медленно выкатывается за лицевую. Матас, накрутив на фланге оппонента, находит штрафной Ротаня. Комбинация с Селезневым также не приносит успех гостям. Разбегавшийся на фланге Матас здорово вырезает во вратарскую, и вновь совсем немного не хватило везения на острие Селезневу. Самым метким в составе Днепра по итогу оказался Гуе. Папа, видать, решил выключить Грозного из игры, чтобы не мешал Днепру расправляться с соперником. Разошлись полюбовно. Грозный и такие удары судьбы держит достойно. Днепр упускает еще один великолепный момент после филигранной передачи Конкавы от своей штрафной. Селезнев, казалось бы, пробивал наверняка, мяч летит чуть выше перекладины.
Увиденное в первом тайме вряд ли добавляет оптимизма на гостевом. Не на такой футбол от своей команды рассчитывали фанаты Днепра. «Не забиваешь ты, забиваю тебе» – эта прописная истина срабатывает на 57-й минуте. Хабленко а-ля Месси оставляет с носом половину команды соперников и как на тренировке выводит на удар Гамегу, ускользнувшего от Кидецкого. Днепр в шоке, Грозного понять несложно. Чудеса да и только. Вдобавок к вышедшему во втором тайме Безосу, Маркевич выпускает Лучкевича. Эта пара и вырывает для Днепра более-менее пристойный результат. Валерий подал, а новоиспеченная десятка точным ударом головой сравнивает счет. Днепр попытался вырвать победу, но хозяева под чутким руководством своего дирижера довели ужгородский концерт до конца. Мирон Маркевич на пресс-конференцию не пришел. Отдуваться за результат назначили Иванова. Вы знаете, мне поручило руководство прийти, а причины я не знаю. Уже сказали, что я на пресс-конференцию. Недооценки не было. Просто на сегодняшний день, я так понимаю, мы еще не в тех кондициях. Мы провели длительный сбор, позже других начали тренироваться, потому что это связано было, что у нас много людей было задействовано за сборной. Он получился довольно длительным, плюс еще перелет и игра с Фенербахче, с очень серьезным соперником. Ну вот, и где-то оно может, не хочу оправдываться, но в какой-то мере наложило определенный отпечаток на это все. Я вдячний оцим хлопцям, яких ви бачили на полі, і всім тим, хто не виходив ще, хто був в запасі і не вийшов, і тим, хто навіть не попав в протокол. Я всім вдячний. Вони так відносились той короткий проміжок часу. Вони так старались компенсувати це все, вони так швидко вчаться. Вони так відносяться до футболу, це їм панує. Навіть якби програли, я б це сам сказав. Я їм сказав, не треба нікого боятися. Ми граємо з класною командою, з класною. Фіналістом Ліги Європи. Це грали на емоціях першу гру. Соперник у них вийшло так, що. Ну, я рахую, що ці молоді хлопці гідно виглядали. Я ними задоволений, я як всім подякував, обняв кожного з них. Вони дітки, які ще не грали в великому футболі, але будуть грати. Вони вчаться. І я думаю, що весною ви вже побачите достатньо цікаву команду, якщо вони всі залишаться. Я вам це обіцяю. Говорила Днепр 1-1. Сенсація, визиваюча много вопросов. По ту сторону поля. Ничья в Ужгороде вызывает массу вопросов о реальном положении дел. Что случилось с командой и прежде всего с легионерами? Неужели отсутствие коноплянки и тяжелые сборы – те факторы, которые реально повлияли на уровень игры Днепра? Все ли обязательства и обещания клуб выполнил перед тренерским штабом и футболистами? И самое главное, почему не прилетел в Днепропетровск Маркевич? Информация поступает противоречиво, и пока, если честно, не хотелось озвучивать слухи, домыслы и прочие недоразумения. Традиционно верим в лучшее и то, что всегда можно найти выход из любой ситуации. Ясно только одно. В этом сезоне мы увидим абсолютно другой Днепр. В завершение выпуска смотрим на все результаты первого тура. В Запорожье открывающий сезон «Металлург» и «Заря» установили первый рекорд сезона. 0-6 команда Вернедуба деклассирует хозяев. Олимпик и Черноморец расписывают результативную ничью 2-2. Новый рулевой металлист Селидов нашел подход к Карпатам. Харьковчане обыгрывают белозеленых 2-0. В Полтаве не выявили сильнейшего. Ворскла и Волынь 1-1. Шахтер экзаменовал дебютанта лиги Александрию. Победа горняков 2-0. Днепродзержинская сталь на Метеоре едва не сотворила сенсацию, минимально уступив чемпионам 1-2. На сегодня это все, о чем мы смогли или успели рассказать вам в этом выпуске. Верим в команду и готовимся к игре с Черноморцем. Всем мирного неба над головой. Держимся вместе. Твоя дорога. Твое радио. По ту сторону поля.